Здравствуйте, дорогие товарищи. Товарищи Хиггса замечательно слышно. Пускай вы его сейчас и не слышите, а слышите только меня. Вот. Но мы играем Wolfenstein Youngblood. Мы прошли первую миссию, уж простите за это все. Но зато будет вторая, третья и так далее. Сейчас только посмотрим, что у меня с настройками, как она хорошо работает. Я забыл в этой игре, что как. ОБС нормально показывает, вроде нормально. О. Да. Поговорить, это важно. Можно отвлечь на минутку? Короче, выбирай себе миссию. Ты проходил его, да? Да, я полностью прошел. Мы выбираем химическую войну. Да, чё ты, тут самое главное, это нужно пройти до... Ну, пройти три башни, а потом спуститься в секретную лабораторию. Ну и на этом... Да. Выберем ту, где больше денег предлагает. Окей. Чё-то я тебя не вижу. А, вот ты. Ага. Я тут бегаю. Что-то надо вспомнить как-то. Работает. А где там? Где на стрельбище, блин? Блин, я потерян. Привет. Диско. Диско-комната. Я стал говорить по-русски. Здравствуйте. Бонжур. Пабло Франсе. Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Türkisch? Франсе. Ты нас до центра подкинь, а там мы уж как-нибудь сами. Мы туристы, отстали от группы. Ага. Во, стрельбище, я нашел. Я тоже нашел. Откройте, пожалуйста. А ты что, не можешь открывать? А ты можешь? Я открыл вроде, да, мне что-то там дали скушать. Не, я про то, что стрельбище взять и открыть. А не вот это все. Может, тебе поговорить с кем-то надо? Я даже не знаю. Я здесь, чтобы... Тифи, вас можно чуть-чуть отвлечь? Другой цели у него. Мою подругу Марианну поймали и отвезли в больницу в маленьком Берлине. Ей хотят промыть мозги, чтобы она стала роботом, который будет пропагандировать нацизм. Але, надо помешать этим ублюдкам. Але? Можно с вами поговорить? Але? Привет. Бонжур. Привет. Чье? Да, точно, надо вспомнить, что там у нас. Ага. Так. Наверное, стрим переименовать, а то люди думают, что я тут в этот играю. Да давай, займись. Сейчас. Изменить настройки. Так, подблок. Патронов нету. Его. Дальше переименуем. Патронов нет, а вот же ящик с патронами тут. Да, это я так. Так, ну что дальше делать-то? Я не разбираюсь. Ща. Фотка в нее, наверное, да? Там к карте метро надо. Сейчас я тут. Ладно. Так, ты где там? Я в лодке. Лодка крепкая. Не развалится.
Все мы пид метро. Вот, смотри, рейд 1. Найти брудер. Вот, видишь, к метро нужно подойти, к карте метро, и потом... Вы в районе под названием Маленький Берлин. Здесь живут коменданты и важные офицеры гестапо. Недавно из-за парижского восстания нацисты вывезли отсюда всех гражданских. Вы берегите себя, ладно? Тут всюду патрули нацистов. Хорошо. Да. Давайте нам будем беречь себя. Пошли херачить нацистов. Пошли. Маленький Берлин. Для игры, которая была придумана как кооперативная на двоих, что-то здесь много условностей, скажем так. Мне кажется, что она изначально была сделана на одного человечка. А потом пришли эффективные менеджеры и сказали: о, а давайте мы сделаем игру про девочек. Про двух девочек. Башенные ворота. Там очень крутая охрана. Так что если не хотите рисковать, советую найти другой путь. Я тут невидимый стал. Да. Ты тут, да, невидимым уже можешь становиться, я и забыл. У меня на С, по крайней мере. Панцерхунд. Ага. Такая злобная тварь. Зачем он сюда идет? Вот тварь. Короче, я провалил. Пардонте. Так, а где тут рукопашка, я не помню. На F, по крайней мере, я использую. Ё-моё. Ай. Я старался. Спасибо. Так, что-то я сейчас у меня по кнопкам, я все забыл, где тут убить-то, раскладка клавиатуры. Ага. Питание образцов, гранаты. Нет, прицельное, рукопашное, метание, вон уже. А, понял. Тут... Внимание! Прямо сейчас рядом с вами находится очень важный нацистский ученый. Вы должны ликвидировать эту сволочь при первой же возможности. Понял. Что я сделал? Я гранату кинул. Иди возьми там это. Тут терминал с дисководом. Так, держать, с другой стороны. А ты где? Да я здесь. Вон ты туда. Ты пулемет стоишь? Нет. Понятно. Повернись-ка. Ты мне возле пулемета стоишь. Да? А по-моему, это нормально. Опять рассинхрон произошел. Пипец. Че, полный рассинхрон? Ну ты вот стоишь тут. Бля. Вот тебе и... постреляли. Так, а я могу прогнать тебя, а потом заново подключить, интересно? Ну давай попробуй. Так, во всяком случае, бот вместо тебя это самое. Начал двигаться, да. Да. Угу. Недавно из-за парижского восстания да. вывезли отсюда всех гражданских. Вы... Это, наверное, из-за того, что я погиб. И ты меня восстановил, наверное, из-за. Можно. Во, появился. Давай, спокойно. Ты подключаешься еще? Не, я уже
я в метро просто остался. Тут же еще паркур прикольный. Ты уже играешь? Да, я тут на грузовичке. Повернись на... Но у меня стоишь тут рядом. Все равно, да? Да. Бляха, пипец. Может это перезагруз... Ну, как бы... Ну, не... А я могу, интересно, к тебе подключиться теперь? Я сейчас выйду в главное меню, наверное... Ну, попробуй. Ты же меня прогнать не можешь. Организатор вышел. Принять. Ладно. Ну и хрень. Ну давай я попробую. Или ладно, приду к тебе. А в прошлый раз ты был... Хостом, то есть это не имеет значения, да? Все равно да. Лажа. Пипец. Пипец, сетевой код. Угу. Вот так вот и поиграли. Не успели начать уже все. Да. Да, здравствуйте, товарищи. Идем мочить нацистов. Только нацисты хитрые, они... Они нас из реальности выкинули. Они занимаются радиоэлектронной борьбой, да? Да. Карта. Соединение. О. Ну-ка, пошевелись. О, вроде шевелишься. Шевелюсь. Нормально. Так, ты что выбирал? Маленький Берлин? Да, мы там мы тут и находимся уже, все. Ну, типа, это последний сейв. Отлично. Опять этот панцерхунд будет. Да. Да, тут уже сирена заорала. О, суперзолдаден. Так, держать, сестра. А вот ты, все, слава богу. Я то думаю, опять что ли что-то произошло. Нет, все нормально. Где этот здоровяк? Да походу уже нету. А это ты? Мы же во Франции, у них сейчас восстание и пошли грабить. Да. Магазины. Французский стрим. Поддержка. О, а тут. Ай-яй-яй. Слушайте, девчата, рядом с вами автомобиль важного человека, которого необходимо устранить. Найдите ее и заминируйте. Удачи, сестры. Я уже, знаешь, я играю, и мне страшно. Я все время оборачиваюсь, думаю, тут ты или нет. А вдруг ты замер? Пошли сюда. Так, а как подсечку делать? Ну, Ctrl, по-моему. Ну, бежишь и приседаешь. А, понял. Вот, смотри, какая.
Прикольно было 3D-моделером делать, да? Ой, вот сейчас, наверное, меня отвалится. Да убей эту тварь. Теперь я ранен. Ой. Не, вроде все нормально. Это хорошо. Что у нас здесь? Непонятно. Ищем ящики. Взламываем аптечки. Так, что там у нас? Куда там дальше? А вот дверка. Не врагов. Ох. Монетки. Угу. Так, ты в окно куда-то там прыгнул, я видел. Да. Так. Паркурю потихонечку. Так, что там нам где нужно? Монетки. Брудер один, да? Извращенцы, а? Камеры сплошные. Так, нам в том направлении надо идти. У нас там показано. Пошли отсюда. Ай. О, замочек. Блин. Что ты сейчас? Что ты так прыгаешь? Там замок. Аптечка. Замок снял. А нам в ту сторону, да, надо? А нам в ту сторону. Так, нам в ту сторону. Это можно сделать, наверное, через крышу. О, кстати, смотри. А вот я уже тут. Да? Ну, я как бы тебя жду. Я тут просто ящик нашел. И кучу жратвы. Есть. Меня спалили. Кого спалили? Да меня спалили. Теперь меня палит с огнемета. А ты где, 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 где ты? Черт побери. Я через жопу мира к тебе пробираюсь. А, вот, нашелся. Молодец, сестра, ты в ударе. Пипец. Снайпер, что ли? Кто там? А вижу.
Так, минируем. Бомба установлена. Молодцы, девчонки. А так и необязательные задачи, которые... Сейчас. Что там у нас? Лазер, электрокрафтверк. О. Не понял. Ой, ё-моё. Я тут дверь открыл. Чем я это сделал? А игра чуть не повисла просто. Тут типа надо этих. Пошли на. Нам на самом деле вот по этим меткам идти надо. А, понял. Как бы я уже не помню, что делать надо, поскольку я уже все прошел. Мне это пофиг. Ай, блин. А, как? Кто там такие? Здоровый дядя сверху стоит. Ага. Ой, блин, хера себе, меня теперь жахнут. И меня. Не успела к тебе подбежать. Эй! Ты где, Соф? Нужна помощь! А, истекай кровью. А, все. Так, отходим. Что там за двери там? Почему там у нас такая вопиющая несправедливость? Блин. Готова продолжить бой. Так, отходу. Чё-то я тут... Сейчас. Да, управление. Этот здоровяк вообще убивается, не могу понять. Да. Сейчас. А да. Ё-моё. Чё, тебя подбили? Ага. Так, ты где? Я тут сейчас добегу до тебя. Понаставили тут ограждений. Давай, ползи. А сейчас сдохну. Ай, блин. Фу, успел. Так, сейчас найду правильное оружие. Да что ты будешь делать, а? Сейчас я разберусь с этим. И да я тут... Вот и все. Против рельсы нет приема. А ёкарная бывает, кто меня так? Опять? Да мне прям в очечело прилетела граната. Пика. Ё-моё. Ой, блин. Здоровяк уже все нервы измотал, а? Большой, да, этот? Ну? Сейчас, найду на него право какой-нибудь. О, лазерхаммер. Ты его уделал. А кто? Я не могу понять, не знаю.
Снайпер, что ли, какой-то тут сидит. А, я понял. Она типа нас не пускает. Потому что надо что ли, то ли что-то сделать, то ли еще что. Подкачаться. Ну посмотрим, попробуем. Это даже прикольно. Фонарик этот лупит. Ползи сюда. Я прям как лошара какой-то, а? Так, сюда иди. Так. Нихрена себе ты тут. Паркур, паркур, новое движение, молодежное движение, самовыражение. Да. Там. Я валяюсь с утра до вечера тут. Аня, берем жизнь. Взял? Ай, блин. Нет. А ты тоже поддох? Ну, да ёкарно. Я к тебе подошел жизнь взять. Не понял. Ладно, что-то мы не туда пошли. Да что-то как-то вообще непонятно. Да. Слишком жестко что-то. Аж стыдно. Что-то мы не то делаем. Надо какую-то задачу там сделать. Нас просто туда не пускает за ворота. Оно как бы показывается, но не пускает. Потому что с другими нормально как бы. Но что-то надо сделать. Чё правда? Я не понимаю. Брудер один, найди брудер один. Майн брудер. Район брудер один, окей. Хорошо. Так, 4. Во-первых, надо понять, что у меня с оружием. Три. Четыре. Понятно.
Сюда подбеги. Угу. Угу, супер. Так, я слышал, пуля мимо уха пролетела. А дверь сохранилась, что? Что закрыто? Ну, то есть открыто. Угу. Здесь кто-то скимпирит нас, снайпер какой-то, вот прям чувствую. Жопой чую, да? Да я слышал, как у меня пуля мимо виска пролетела. Внимание, сестры! Неподалеку от вас сейчас находится особо важный обер-комендант. Постарайтесь его уничтожить. Ага. А это ты? Французская революция! Ага. Так, что там у нас? Ты обозначь свою... Зайди по Джей в это самое, в миссии, задание, и обозначь то, которое нужно сделать. Добраться до больницы. О, давай. Хотя вам спуститься под землю, добраться до больницы. Короче, пошли в больничку тогда. О, ящик. То есть надо было в больницу пойти. Пошли в двор. О, какая большая пушечка есть. Сдюжишь? Да. И на какую кнопку? А, понятно. Переносная, да? Иди сюда. 5 патронов. Все, у нас с тобой на двоих по 3 жизни. Ага. Пенни. Да. О, боеприпасы всякие. С другой стороны. Хорошо. О, прибежали. Давай, сади, режь свиней. Ну, прямо режь свиней, да? Да и не говори. Давай, на второй этаж. Аптечка. Так. Позицион.
Я дамачек поснимал. Сейчас придумать, как наверх. Граната. О. А тут что, еще ничего не открыто? Ладно, я понял. Так, ты на втором этаже там, да? Я, да, тут рядом. Майный позиционен. Возле пультов вот этих, к которым подойти и надо. А, да там. Ой. Давай. Открываем. Угу. Что? А. Тебя ждут. Это Марианна. Вытащим ее отсюда. Ага. Да, видимо, не. Так, как. А. Смотри, у меня есть такая волшебная. Двери уже. У меня есть волшебная пушечка. Смотрю. Пас. А у тебя такой нету. Тебе по идее нужно было с другой стороны заходить. Огнеметчик был. Патроны, патроны. Бронежилет. Пошли вниз. Бегаешь так странно, забавно. Так, я сейчас секунду в настройки зайду, графику немножко скину, а то мне кажется, тормозит что-то у меня там все на стриме. Давай, попробуй. Режим для трансляции включен. Как тут выйти? Сейчас, секунду, ладно. Отлично, Соп. Мы спасли Марианну. Круто. Заглянем к ней, когда снова будем в катакомбах. Да, ё-моё, какое здесь неудобное меню, а? У нас больше всего частицы жрут процессор. Хуанга. Ну. Так, применить. Как это самое? Где тут-то теперь применить? Что применить? Да настройки. А, начальная. Самая первая надпись. Ну, надеюсь, получше будет. Я вижу, у меня в ОБС какие-то пропуски кадров. У меня тут все летает. А вдруг там тормозит все, я же сейчас не знаю. Угу. Да, куда там было выход? Тут выход.
подъемная. Да, о, лифт. Дамы вперед. От дамы и слышу. О, привет. Ай-яй-яй, зачем так больно? Ты всех с землей сравняешь. Больно мне напихали, а? А в ящике ничего нету. Тут станционарно. Если интересно. Что там? Я не расслышал просто. Да там сверху станционарно пулеметик. А. Понял. Все. Что там у тебя в заданиях есть? Так, ага, все нормально, ты стоишь. У меня в заданиях осмотреть аванпост и спуститься под землю. Аванпост? Я аванпост выбрал. О. Это куда нам надо идти под землю? Уничтожить особо важного оберкоменданта. Ты мое, я не пойму, как с этого целиться. С чего? Да, ну у меня тут, я не знаю, что это, винтовка, какое-то оружие с крутящимся прицелом, трехствольное. Ствольное это какое? А, дробовик, что ли? А это дробовик? Да. Я думал, это что-то дальнобойное. Я думал, да что такое, никак не попаду. Понятно. Ага. Теперь нам сюда. Ты стоишь, это фриц. Спасибо. Так, держать, сестра. Ты у меня крутая. Вот взял птичку. Раз это дробовик, тогда это все меняет. Обер комендант устранен. Прекрасно, девчата. Наверное, как-то сверху надо пуститься сюда, вот. Сейчас посмотрим, попробуем. Что там у тебя?
А это ты? Комендант долбаный. Где он там? Да тут ходит, меня кошмарит. Где? Я все убил. Ладно, пиздовали отсюда. Девчонки, у нацистов намечается собрание недалеко от вас. Проберитесь в конференц-зал и поставьте микрофон на телефонный аппарат. Попробуем добыть какие-то сведения. Удачи. Так, я не понял, как мне к тебе попасть-то? Да выходи из этой хибары. Много не бывает. Окей, что там по заданиям? Так, ну у меня так и горит, смотрите, вам пост. И спуститься под землю. Спуститься под землю сейчас выбрано. Далее. Микрофон для прослушки. Ну, посмотри в этих заданиях. Типа J. Ну да. И там выбери задание активное, да? Ну, спуститься под землю сейчас. Можешь лучше осмотреть. Или осмотреть аванпост. Давай, смотреть аванпост. Да. А... И куда нам нужно это посмотреть? Мапа есть у нас тут такая. В метро? Метро надо, да? Это... Походу. Ну, пойдем. Метрополитен. Джошуа. Пошли посмотрим. Что там за аванпост такой? Думаешь, он ищет ту штуку из его заметок? Когда-то нацистский генерал Лотар Брандт создал тюремные зоны, подобные этой, для политических диссидентов из групп с низкой и средней степенью риска. Это было предупреждение всем, кто думал о мятеже. Сюда ссылали всех, кто сказал хоть одно дурное слово о нацистах. После Парижского восстания многие жители погибли или исчезли. Это действительно очень печально. Так, попробуем поискать аванпост сопротивления. Ясно. Ну, тут паха. Сейчас, секунду. Я и пойду. Нормально на Ютубе. Странно. Значит, это просто в ОБС их так показывает, тормознуто. На Ютубе вроде нормально все. Угу. Так. О, привет. Привет. Я немножко переживал, думаю, вот, блин, сейчас вдруг там все тормозит. Угу. Жизни у нас максимум, хорошо. Печка. Там можно через двери нормально зайти. Ну, мы джентльмены, воспитанные люди, пойдем через двери зайдем. Угу. По крайней мере, кажется, что так можно. Угу.
прикольный фонарик. И типа такого раньше был тоже. Ну чё, постреляем? Это оружие. Какое это оружие? Против рельсы нет приема. А, вот там где спрятался. А вот там ниже, по-моему, еще сидит, или мне кажется. Походу нет. Есть один там. Уже нету. Вот теперь за автонгом один спрятался. Кто-то прокричал, ага, значит кто-то был. Ой-ой-ой-ой-ой. Что по мне так? Ой. Автоматическая пушка какая-то. Кодик. Ну, ну. 3672. Есть контакт. Гребаной нации. Какого врага? Ой-ой-ой! Вовремя я успел. Что тут все взрывается, а? Да так, знаешь. Я там отметила цель. Да, кто там мне? Куда вот он? А, это из вот этой штуки вылетают снаряды. Да, там ее можно отключить, если что. Ввести код. Где код на нее найти можно? А я уже не знаю, у меня просто они уже есть. Да как ты не вовремя перезаряжаешься, а? Так, ты там.
Я наблюдаю слабый сигнал от машины Энигмы совсем недалеко от вас. Доберитесь туда, пока нацисты не разнесли аппарат. Пошли сюда. Да, забей, херня. Видал мотоцикл? Это как из этого... Южного парка, да? Не знаю. Или... Не буду рассказывать. Слишком пристойно. В чем... В чем цимис? Я не буду об этом. Кто смотрел, тот вспомнит. Не в стриме, да? Там он был максимально извращенный. Там у них это самый преподаватель Поле Педик изобрел такого рода мотоцикл. Только управлялся он очень странно. Ух ты, ни хрена меня рвануло. Проболевался, что ли? Так, боеприпасы неизвестного типа. Максимум гранат. Все взяли? Походу все, да? Вроде. Ну, как бы весь Intel добыли. Может быть, да. А может быть, нет. Ну, как обычно. Да. Да, вроде все, да. Серебряных монет. Какой тут текст подобрал? Окей. Уже открыл. Так, что там дальше? Осмотреть центр допросов. Куда? А, туда вниз куда-то идти. Или что? Ну да. А, вон туда, сейчас. Понял, я немножко... На Энигму у нас, Эбби. Есть. Молодцы, девочки. Нашел какую-то машинку. Так, а там что-то нужно еще найти, да? Подожди, как тут пройти? А, нам через низ и сюда.
Так. Вон там вот. Пошли посмотрим. Так, мы здесь были с тобой, да? Да, я просто не понимаю. Она там этим. Это я тут пытаюсь разобраться. Почему оно в одну и в другую сторону показывает? Какая фигня. Смотри. Главное, вот у меня показывает 85 метров. А на карте нету туда ничего, ну, никаких комнат. Угу. Как нам туда попасть-то? Хер. Нам в метро надо поговорить просто с кем-то. Подожди, а что там у нас? Походу их. Да, в метро показывает спуск, это в метро. Он понял. Я вот пришел в метро. Угу. Угу. Окей. Ну, метро так метро. Да. Не забудьте это билетики приобрести. Тоны. Ага. У вас, кстати, метро есть? Нет. Откуда? Злые русские варвары же не построили. Тут что-то... О! О, я тебе открыл метро. Шку. Ты чё? В другом метро, да? Да, там. Дальше. Да я бегу к тебе. Ты нам, такая... я так понимаю, надо в одно метро вместе войти, да? Ну, теоретически, да. Так. Ладно, теперь мне надо найти его. Ну это там, где стычка была, дальше по этому. Вот я тебя вижу. Угу. Это по ящикам. Там на карте обозначаются эти ящики, откуда можно монетки собрать. Так, это у нас... Куда ты модный? Я так не умею. Ну да, тебе ж по сюжету надо пройти еще. Ага. Куда идем? Катакомбы? Давай.
Вообще, конечно, неправильно сделали. Надо было просто с самого начала сделать оба нулевые аккаунта. Да, ладно, ничем. Так, а это самое, монетки-то у нас тут можно потратить, да? Да, монетки в любой момент можно потратить. Здорово. На самом деле. Тут же прокачиваться надо. Каких-то 7 шестеренок. Каких 7 шестеренок? Там... У меня 2800 монет, 0 слитков и 7 каких-то шестеренок. А, это заходишь в тапку способности, закладку способности, ну, персонаж, и там способности, ум, мышцы, сила. Вот это вот. Принять. Монеты у нас на прокачку оружия, да, тратится. Монета на прокачку оружия, совершенно верно. Я сейчас быстренько прокачаю, ладно, ничего. Да, конечно. Аниматор. Так. Делаем. Еще почти, я почти закончил. Урон, точность. Я пока потренжу с людьми. А рентгеновский прицел, не знаешь, это что, типа, через препятствие прям хорошо или не очень? Ну, он в виде через препятствие, то есть, но не увеличивает. Понял. А там тебя... Похожу к персонажам, подобавляю всякого заданий, да? А я все. Я все бабки спустил быстро. Знаешь, когда деньги в кармане лежат, они жгутся. Надо скорее потратить. Мы тут на днях бойцов четвертой зоны. Привет. Да-да, у меня тоже фигня. Привет. По крайней мере, здесь в игре. Да. Так, там, после того, как мы разрушили... Я тут возле карты метро.
Все, давай. Тюх, давай, выбери задание. Задание для начала выбери, куда нужно попифтовать. Да? Понять, куда надо. Маленький Берлин. Вот с восклицательным знаком, это то, что мы не были, да? Да, это просто все нужно, короче, все нужно пройти. Давай, убить радиооператора Брудер 3, там. Тайна офицера Лэнса. А, пошли, куда-нибудь. Just anywhere. Последнюю давай, на сегодня, да? Угу, давай, да. Последняя вылазка. Тут они так сделали интересно, что ты вылазишь, и тут куча разных миссий за одну, и ты одну, вторую, третью, и там все эти дополнительные еще появляются такие, знаешь, которые хочешь выполняй, хочешь не выполняй. Ну, честно скажу, как-то непонятно и не интуитивно сделано. Может быть, конечно, если спокойно сидеть там, типа, одному разбираться поймешь. Угу. Вот, ну, так путает на самом деле тут все. Я говорю, что я тебе, наверное, еще путаю немножко карты, потому что я ж уже прокачанный немножко, я там бегу туда-сюда. Понял, мы тут с тобой, по-моему, мы ж тут с тобой были, нет? Да, ну вон, видишь, что-то у нас появилось. Найти квартиру Лэнса. Понятно. Но это опять то же самое получается, да? Только другое задание тут. Ой, блин. Меня поджарило. Бегу, 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 бегу. Ты там осторожнее тоже. О, спасибо. И все, ну или почти все. Вот так. Пусть знает, кто тут главный. Да. И лишь одинокий офицер остался на этом. Так. Сюда. А это ты? Бильшрайбен. Что-то надо. Это может тебе нужно за. Эбби, ты раньше с нацистами встречалась? Разум. Не расшифровано, дискет не расшифровано. В рядах ФБР. А он меня чуть не убил. Мама бесилась. А мне по приколу. Ого! Я бы ужасно испугалась. Да. Твоя мама любого напугает, Эбби. Может, нам этажом ниже надо?
Ничего не понимаю. Непонятно. Найти за цель. Уже другие. А какая-то буква У появилась. Yes. Ну жми все, что. Жми все, что жмется. Так я вроде нажал все, что нажал, нажимается, но я имею в виду на карте буква У появилась. На карте? А как ты карту? На букву У. Справа в углу у меня карта. А, это? Да, мини-карта. У меня на мини-карте только этот, лупа. А, вон, вижу что-то. Кнопка. А, нифига себе. Прятали. Иногда до тебя трудно достучаться, ты замыкаешься, сочиняешь свои рассказы. Я только что нашла дискету. Там точно есть координаты черного входа. Надо найти компьютер. Как я говорила, знаешь, Софи. Компьютер вот. Иногда до тебя трудно достучаться, ты потайной вход в бункер. Сочиняешь свои рассказы. Тоннель начинается в больнице. Входит канализация. Сточные воды? Круто! Конденсационный люк во внутреннем дворе больницы ведет прямиком в тоннеле. Тебе трудно достучаться, ты замыкаешься, сочиняешь свои рассказы. Соф, ты о чем, Джесс? Что говоришь? Ты где? Я под тобой. Заходи. Такой летный паркур. Моё. Да, я слишком переоценил себя. Ой, я сейчас тоже переоценю себе. Так. Отлично, спасибо. Да я, видишь, сейчас хоть купил себе навык, что при когда ты меня оживляешь, у меня добавляется здоровье. Ага. Поэтому, видимо, меня убивали раньше всегда, потому что у меня этого навыка не было. Раньше я почему был тут? Потому что велосипеда не было. Велосипед без сидушки был. Ни хрена пощечину мне дал. Тут по лестнице поднимайся, там офицер стоит мне пощечину сразу. Давай сюда. Давай, Софи, режь свиней! Прямо такая. Ну. Я люблю халяль. Давай во двор пошли. Улучшение оружия 62. Это значит. Ну это значит, что у тебя открылась возможность что-то купить на твои бабки. Похоже, это потайной вход, о котором говорил Алин. Ну что, пойдем? Нацистские уроды и пикнуть не успеют. Это клево, Не, поначалу да, там разбегаешься. Разбегаются глаза от того, что тут можно, куда тут можно залезть, как-то так. Потом как это сводится в одну систему и нормально становится, скажем так.
Так, нам туда не нужно. На тап фонарик у меня, по крайней мере. У тебя как включается фонарик? У меня на F. А у меня на F кидается. Чтобы я включил фонарик. Круто. Я тут стелсю. А рентген прицел не надо включать как-то? Кого? Не знаешь? Рентген прицел. А понял, вот он так работает. За эти чуваки из Вархаммера, некроманты, некроны точнее. Не, это эти достижения нацистских технологий, киборги, убийцы, терминаторы. Восстали машины из пепла ядерного огня, или там как было. Типа того. Кто-то есть еще. Рентген прицел показывает слева за стенкой, вот прям. Так, еще кто-то. Лови, фашист, гранату. Где там? А я тут. Все, не встретимся никак. Так, это у нас была семерочка, по-моему. Так много бочек лежит, так хочется по ним стрельнуть. Не взрывается. Кто там? Ой, блин. Ух ты! Тебя подорвал. Так, держать, сестра! Ты у меня крутая! Ты тут больно много здоровых пушечек. Здоровых? В каком смысле? Это огнемет, что ли, какой-то? Замок. Как мне тебя найти? Вот. По ящикам всяким лажу. Так, а куда нам вообще нужно найти выход в брудер? И У показывает нам куда-то сюда, вот сюда. И куда-то вот сюда, что ли? Брудер. Дэр, брудер.
Ну вон, Брудер один, да? А куда тут дальше? Непонятно. Вверх попасть. Подняться по лестнице? А, вот, нашел. Ага. Зачем дали тяжелую пушечку, если я даже воспользоваться не успел? Ну ты потом ее сможешь в этот самый инвентарь добавить. Генерал Лотар Бранд устроил путч, чтобы возродить гестапо. Он был дерзким, сумел отнять власть у берлинской элиты и СС. Сейчас гестапо контролирует весь Париж. Надеюсь, последние дни. Угу. Пушечку, пушечка, где моя? Сейчас будет пушечка. Жаль. Пошли наверх. Ясно, Эбби. Пардон. Несы, прорвемся. Купим мы тебе еще одну пушечку. Ой, понял. Я просто хотел это фюреру в голову выстрелить. Справляешься? А? Ты там справляешься? Да вроде как, да. О, фига себе. Там большой и толстый. Да-да-да, я по нему. Сейчас что-нибудь. За букву У на карте горит, непонятно. Какая буква У? Ты об чем? Молодец, сестра! Ты в ударе! Да где-то там слева буква У какая-то горит, не пойму, что за буква. Ну, что она значит?
Ну, какая? Как Unreal Engine значок, знаешь, беленький кружочек и внутри буква У. А. Ну это походу Exit, наверное, или что такое? Ты задание выбрал? А нет. Да не, пошли лучше. Мы сейчас у Брудер 1. Пошли в Брудер 1, что-то такое. Ой-ой-ой. Да сейчас просто там не стреляет. Вот. Войти в тюрьму? Да. Оно здесь, но... А так мы будем бегать из одного места в другое. Давай прямо здесь выполним. И на этом и закончим. Окей? Угу. Ты где? Меня вот укусили. Давай. Там толпа за углом, только имей в виду. И здоровяк. Ну, на любую жепу у нас есть. Это прямо космодесантники такие, да? Ну. Да тут дворфы вылезли просто. Двор. И тут пиво. И колбаски. Ага. Пиво и колбаски. Так. Баварские. Слышь, тут вход в тюрьму. Слышь. Волк, заяц, волк. Слышу. Сейчас. Этот дверки открываю просто. Кого ты там еще задел? А, ты вижу. Никого. Ух ты ж. Собака. Ладно, пошли в тюрьму. За твои. Вот ты смотри. Так сказал, это легко и непринужденно. Прозрачная. Ну, я давай. Же вроде себе перк открыл, чтобы можно было в бок. Эй, девочки, вы сейчас рывок совершать. Гестапо. Там внутри должен быть секрет. Он доставит вас в главное здание. Ищите. А он такой хитрый. Конец связи. А, ну есть такой. Так, что-то открылось? Должно было. О, двери. Не открывается. Дамы, в этом секторе должно быть хранилище трофейного оружия и снаряжения. Найдите. Yeah, bitches. Вдруг там что полезно. Да. Спасибо, я. А у тебя лазерное, да? Оно сквозь стекла стреляет.
Наверное. Ну, в любом случае она прожгла двери. Так сказать, немножечко, но облегчаем наше прохождение. Тут надо что-то открыть лазеркрафтверком. Да, внизу? Да, вот прям возле меня, вот. Давай, Софи, режь свиней! Куда ты его растворил? Ой. Ура, моя пушечка вернулась. А это не она. Только не говори, что тебя ранило. Во смерть. Нет. Ты ушел куда-то, да? Да я тут путешествую по верхам. Ёбаные нацисты, извращенцы, а? Чё у них там? Да камеры везде стоят, наблюдают за всеми. Да пипец, как так можно? Ничего не открываешь. И я тебя жду. Ага. Прикольно, у меня это интересная клавиатура. Я не знаю, как они тут реализовали, но по крайней мере здесь выглядит так очень хорошо этот рефлекшн. GeForce-овский. У меня даже и без... Ну, это с RTX? Да, да. То есть просто смотришь... У меня даже и без RTX хорошо все выглядит. То есть смотришь и видишь себя там... Отражается. Отражаешься. Нет, себя я не вижу. Я вижу, просто отражаются стены, пол. Угу. Ну, стены, пол, это понятно, да. Такая дженерик. А, у меня патроны кончились. Тор. Музыка только разыгралась, так сейчас такое
Экшен будет, а я уже все, да? А сейчас закончится, наверное, да? Не-не-не, там еще. В лифт пойдем. А, это да. Ну, в смысле. Я просто это самое. Мне пушечку сейчас опять отберут. Да нет. А может и отберут. Да, отберут. Ну, тяжело и неказисто. Нет, вот все. Слава. Главный сервер этой башни расположен в архиве гестапо на самом верху. Доберитесь туда. Конец связи. Меня собака собака камикадзе подбила. Выбрасывает оружие, а? А тут собака. Меня больно ударило. Сейчас, сейчас добегу, добегу, добегу. А вон она, синейцев. Вот тут прямо роботы пошли. Комендант присвоился. Угу. Ты тут эти самые смотри. Если видишь ящики какие-то, бери, не стесняйся. Так, монетка, все дела. Угу. Я вот пончик съем, а, мандаринки съем. А, это круассаны. А, вот тут винтовочка. Видел? Рельса. Вроде. Или у тебя рельса уже есть. Вон там. Такая есть? Здесь? Да. Наверное, я подобрал уже.
А, окей, потому ладно. Что у меня ничего не лежит. Понял, хорошо. Ладно, побежали. А, да, у меня, кстати, появился этот лазер Крафтверк. Ага, подобрал, да? Эй, лифт вот здесь. Только нам нужен код для этой панели. Поняла, сейчас глянем. Как мне его взять в руки вместо дробовика? Кого? Лазер Крафтверк. Ну, у меня на восьмерке, например. А, понял. Я думал, оно последовательно там добавляется. Мне одной не справиться. Помоги. Угу. То есть я теперь тоже могу выжигать двери, наконец? Да. Запили мне дверь. Дверь мне запили. Можно я выстрелю? Конечно. Ну вот, выстрелил. Доволен? Его патроны кончились. Как они весело по-немецки шпрехают. Да-да. Это новая фишка. Ну, то есть, Вольфенштайн в этом смысле новый. Хорошо так пошел по этому пути. Mein Gott! Der Sprech, der Führer! Правда, меня смущает то, что это все же Франция, они должны были... Типа, знаешь, как бы из разряда Штирлица, когда там, типа, говорят, когда кричат слово «мама», кричат это на родном языке. Это должны были быть вишисты, французские предатели. И я такая, «О май гад!» с таким французским прононсом. А так, скорее всего. Дамы, архив хорошо охраняется. Заберите ключи у коменданта в башне и откройте мне доступ к главному серверу. Удачи! Сейчас, по-моему, будет... Музон пошел, музон. Опа, привет, дружище. Едет Мадрид. Это что тут было? А чьего? Лазер. А! Едет Мадрид. Что-то я едем. Джедайские мечи. Блин, тут я просто ни хрена не вижу.
что да творит? Я тоже еще какое-то лазерное шоу. Просто пипец какой-то. Реально, только светошоу я ни хрена не понял. Ну. О, наши добрые друзья. Ай, ты кто, извини. Да, вроде тут Friendly Fire нет. Забрать ключи от сервера, а. Блин. Что за оружие у меня? Что за вундервафля? Какая вундервафля? А где она была? Да я тут из чего-то выстрелил, и все взорвалось. Эй, звучит хорошо. Мой откис. Че там? Ай-яй-яй-яй-яй, больно как кусает. Ага. Давай на счет раз. А, все, ладно. Оно само. Ты увяз в матрице. Заблокировано задание. Мы еще сюда вернемся, походу. Что-то у нас есть. Круто, Джет. Ну, спасибо. А что-то нажал? Т, по-моему, что ли? Т? У меня справа вот подписано. Да, походу Т. Да, к кому-то неизвестному в Берлине. Послушайте. Типа русская это. Английская. Английская. А у меня справа подписано вот. Где три здоровья нарисовано, три сердечка. Под ним там буква Т написано было. Сейчас. Фуба Олда. А, это Элка. Есть еще. Просто я не успела расшифровать. Понятно. Так.
Софи, будь добра, помоги. Какие тут душные лифты, а? Да, хрен раз... Пугало. Тебя тоже пугало, да? Сестра, ты смотришь? Ну, спасибо. Задай вон они, вон они. Целая куча. А эти гранаты? Фашисты, да? Да я пошутил. А они что-то не понимают. Подстава. Зажали. Ты живой? Да не, вроде управляет. Да лазер супер солдата, ну уйди. Ранили меня. Какая-то кнопочка. Жми. Нашла код, Джесс. Отпад. Расшифруй. Лазер зуба солдата. А вот мы на улицу вышли. Делегация встречающая. Это замок горит. Кто горит? Замок. Какой замок? Мне на карте здесь замок нарисован. А это потому что где метро не раскрыто. Это ты, да. И ничего здесь. Куда да. У нас с тобой? А, нет, все нормально. Да, даже из мертвости. Хорошо. Я в тебя верю, сестра. Ты откуда-то с неба прилетел. А я там паркурил. Потихонечку. Пошли в метро. Откроем тебе. Все, можно кататься. Охота на нацистов. Это как охота на толсторога? Ничего общего. Толсторог. Что там, маленький Берлин? Центр допросов. Ай-яй-яй, что ты творишь? Проверял, есть ли friendly fire. А, ну, гранатами наверняка есть. Район Бодрайден. Ну что, ладно, давай на сегодня закончим. Да, мы уже сколько, 3 часа практически, больше даже. Она такая, знаешь, прикольная даже. Девочки,
Нацисты уже не владеют миром, как раньше. Но Европа пока под их пятой. Мы вернем Париж, чтобы получить шанс забрать остальное. Un peu le faire. Ага. Ладно. У меня было. Молоток. Ладно, да, что, давай закругляться, в принципе, все. Поиграли, ништяк. Ништяк, да. Мне даже понравилось. Да, я немножко тупил, конечно, сильно, наверное. Давало себе знать, но что-то прям, ну, такая игра. Быстро и очень тяжело сфокусировать для себя цель. А, ну тут. И ничего, под конец вроде освоился. Ну тут просто надо эти. Картам метро подходить и конкретно тыкаться, да. Куда ты хочешь ехать и исполнять эти задания, которые здесь, да, обозначены. Ну и, собственно, качаться, чтобы все эти три башни пробить, скажем так, завоевать, да, скажем так, а потом последнее задание выполнить, и, ну и там уже все, сюжет. Угу. Короче, такая. Ну, давай как-нибудь еще поиграем, если ты не против. Да-да-да, с удовольствием. Пройдем. Угу. Вот. Что, тогда будем закругляться. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал и донатьте с удовольствием. Ладно, шучу. Это самое. Подписывайтесь. Вон у Дреда сейчас прохождение Atomic Heart. Ты еще не прошел до конца, да? Ой, я сегодня пытался допройти, но там еще, походу, на пару часиков точно. Надо посмотреть. Блин. Ну там уже за тридцатку я уже за 31 или 32 будет, скорее всего. Но я уже близко. Я очень близко. 32 это норма. Ага. Да. Ну все, тогда. Всем спасибо. Просмотр. Всем пока. Да, лайки, подписки на твой, на мой. И, короче, заходите к нам в эту или в другую игру, поиграем, посмотрим. Ну и пишите, в общем-то. Так, ладно, до связи, все. Спасибо. Все, давай. Угу.